всем ребятам успел соскучиться, хорошо отдохнули, готов к работе. Сейчас пройдем медобследование и начнем подготовку. Учитывая, что это лето, и после отпуска очень хороший результат, потому что уже духи. Молодец. Хорошо, правда? Профессионал, да? Профессиональный спортсмен. Сейчас на улице жара уже больше месяца в Москве. Как переносите такую погоду? Да, так. Стараюсь больше находиться в помещении, где есть кондиционеры. Это много времени провожу в машине, тренируюсь на льду, поэтому нормально. У вас изменился вес, чуть похудели. На сколько килограммов с сезона? Сезона, наверное, пару, наверное, ушло точно, наверное. Ну, сейчас, я говорю, сейчас начнутся сборы, тренировки, я думаю, все возродится. После велика можно всегда выдохнуть. Можно это сравнить с полноценной тренировкой? Ну, скажем так, да. Да, можно. Как смена в меньшинстве? Ну да, как смена в меньшинстве. Две минуты в зоне, когда играешь. Такие ощущения. Мы чувствуем великолепно. Уже давно готовлюсь, поэтому думаю, проблем не будет в вхождении в физическую форму. Ну, слава богу, ребята прошли все восстановительные мероприятия. Тоже восстановились все на 100%. Чувствуют себя хорошо, готовы к работе на 100%. Никаких ограничений по физическим нагрузкам у них нет. Так что все нормально. We'll be right back.